Число жертв беспорядков в Казахстане возросло до 15 человек. Напомню, массовые беспорядки в городе Жаназин произошли в минувшую пятницу. В результате столкновений уволенных нефтяников с полицией пострадали десятки гражданских лиц, несколько стражей порядка. Были сожжены 46 зданий, уже задержано 130 человек. Большинство из них подозревается в мародерстве. В Жаназине введено чрезвычайное положение.